Всем добрый день! В этом видео я расскажу, как играть в игру «Половинки». Нажимаю кнопку «Начать», «Введение». Вот у нас справа есть стрелки прокрутки, чтобы дочитать до конца текста. Дальше. Ну и где же встретить своего единственного? Выбираем, куда я пойду сегодня, чтобы познакомиться. Ну, и чтобы время зря не тратить, чтобы было приятно проводить время. Вот я пойду на курсы по рыбной ловле и познакомлюсь там с кучей мужиков. Ну и с кем-нибудь из них пойду на свидание. На свидание, чтобы зря время не терять, надо же изучить мужчину. Вдруг он мне не подходит, вдруг мы с ним не будем счастливы вместе. Вот у нас 5 критериев важных. Под каждым критерием есть вопросик. Если на него нажать, то там объяснение, что означает каждый критерий. Под этим это, под этим. Вот, вот так под всеми 5. Вот. Ну, допустим, я решила поинтересоваться энергичностью мужчины. Вот обратила внимание на его энергичность. Ну, и этот мужчина мне не подошел. Не подошел, все, не будет у нас счастливых отношений вместе. Что, опять попадаю в статус одиночки, опять ищу нового мужчину. Так. Не нашла я здесь нового мужчину. Вот, здесь я познакомилась. Познакомилась. Изучаю нового мужчину. Насколько мы с ним уже будем подходить друг к другу. Вот. Тут он мне подходит. Тут он мне тоже, допустим, подходит. Тут вот он мне тоже, допустим, подходит. И тут он мне, не забываем читать до конца, подходит. Ну и тут пусть он мне будет подходить. А то мы так долго будем играть вместе. И в конце здесь такой сборный портрет мужчины, который мне подходит. Конечно, это не единственный портрет, допустим, который, наверное, вам подойдет, но один из. Дальше. Послесловие. Ну и хочу обратить ваше внимание, что тут внизу кнопочки есть. Если вам понравилась игра, то нажмите их, вот нравится, поблагодарить, пригласить друзей. Возможно, вашим друзьям, подругам тоже понравится эта игра. Спасибо за внимание.